Замечательно. Так, поворачиваем. Аккуратненько. Так, ишь. Так, тут их двое. Ах, врезался в этого быстрого красного. Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей, и мы играем в Little Big Snake. И я играю за такого озерного Ктулху. Сейчас посмотрим, что... Ух ты, смотри, вот видишь, у нас какие монстрики бегают. Монстрики прям... О, съел. Ах ты, смотри, гад, вот этот красный, смотри, как он быстрый. И мы съели вот этого. А, не успел, да? Так, Альберта, друг мой. Альберта, друг, погиб. Чего страшного? Играем дальше. А, хорошо. А мой озерной Ктулху жаждет вкусняшек. Так, смотрим, что за чувак, иди нафиг туда. Так, где у нас все монстрики? Так, это у нас что-то за место такое непонятное. Так, нам нужны вкусняшки, ребята. О, красненький, смотри, он активный, как он быстрый. Так, а где мы находимся? Мы находимся сверху, да, где-то? Так, вот этого мы скушаем сейчас быстренько. Опа, ты чё, а, красный гад? Какой ты быстрый, а? Какой же ты быстрый, а, гадёныш? Так, кто у нас там сверху? О, он погиб, слушай. Мы съели его корону, и мы здесь немножечко подъедим тоже вкусняшек. Давай быстренько соберем. Опа, нормально. Опа, тихо. Красненький, смотри. Красненький сюда подлез, и он лопнул. Красненький такой. А, жучок, паучок. О, большой, смотри, взорвался. Быстренько скушиваем тут всю еду, подъедаем. Так, ты красненький, ты что сюда? Залез, алло! Не успел я повернуть. Ладно, быстренько возрождаемся. Сколько мы получили, интересно. А, 9 ключиков. Это очень мало. Почему мне так мало дали ключиков? Я съел столько много слизняков. Так, мы открыли скин ниндзи. Немножечко добавили. И до сундучка еще у нас не хватает немножечко энергии. Ключиков, то есть. Каких энергий-то? Давай, ладно, будем вот этих слизняков есть. А там я, в принципе, много этих слизняков съел. Так, слизнячок, не убегай слишком далеко. Так, что у нас здесь происходит? Какой-то большой мутант меня хочет споймать. А, все, он меня споймал. Ух ты, огромный какой, а. Какой ты огромный, слушай. Так, быстренько возрождаемся. Так, сколько мне тут... ничего не дали, в смысле? Алло. Ладно. Чтобы быть... чтобы нам что-то дали, нам нужно быть большим и подольше. Так, зелененький бабл. Ладно, убежал. Так, прыгалки. Так, вот. А, ты что, куда упрыгал? К этому большому здоровяку. Ладно, давай здесь еще покатаемся, покружимся. Так, этот гад меня хочет в кольцо ввести, мне кажется, нет? Вот, так раздавили. О, да, отлично. Тихо. Собираем здесь. Вкусняшечку собираем. Бабл, ты что здесь прыгаешь? Тихо. Так, этот взорвался. Так, ладно, сейчас подъедим немножечко вот здесь. Вот эту вот штучку. Все хорошо. Я спешить никуда не буду, сказал Дуда Плей. Так, это мне не надо больше показывать, алло. Все, давай добавим, друзья. Все, возрождаемся. Да, сказал Дуда Плей и врезался, да, поспешил немножечко. Так, ключики добавились. Так, пока мы ничего не можем здесь открывать. Так, давай быстренько вот это. Вот, съели. Слизнячка одного. Дальше идем. Так, где у нас тут все змейки? Ага. Здесь где-то с короной. Змея была. Ух ты, как я его съел, интересно. Как я его съел? Непонятно. Так, давай, слизнячков сейчас пойдем. О, да. Дурачок. Нарвался на меня. Тихо. Аккуратненько. Вот этого сейчас едим. Ах ты гад. Смотри, как они спешат и врезаются.
Как и я только что сделал. Ладно, быстренько сейчас возродимся. Сколько ключиков мне дали? 3 ключика. Ладно, давай откроем, попробуем. Сундучок. Деревянный сундук, правда. Ага, всего лишь 4 барашка дали. Ладно, идем дальше. Идем дальше, ребята. Так, а где мой друг Альберто? Где мой друг Альберто, интересно? Что-то его нету. Он, наверное, ушел куда-то. Чай пить, наверное. А, ну-ка, я быстренько сейчас... О, вот здесь сейчас это я все скушаю. О, кто-то там взорвался, я смотрю. Ладно. Ох ты. Синий жук, синий паук, а? Червячок. Так, аккуратненько надо быть здесь. Кто здесь еще вкусненький? Вот этот зеленый какой-то мне не нравится бегать здесь. Маленький. О, какой ты активный, слушай, чувак, а не нафиг. Ах, как я так врезался, смотри. Ну, он хитрец, давай его позовем, друзья. Друзья, да-да-да. Угу. Хорошо. Ключиков нам не дали, но ничего страшного. Так, а что здесь в эволюции давай улучшим? Значит, я хочу себе храм, рост от насекомых давай увеличим. Есть. Дальше, так, еще улучшим рост от насекомых. Еще улучшим. Так, что у нас тут еще есть интересное? Так, ну смотри, рост от насекомых я вообще прокачиваю нормально. Так, 1800 не хватает. Достижения, мы сейчас все достижения откроем. Это мы получаем здесь бриллианты, алмазики эти, да? Так, магазин. Так, мне не надо магазин. Ладно, идем в логово. Играем дальше. Рост от насекомых у нас мы прокачали, поэтому нам нужно срочно кушать. Вот так, смотри, как я увеличился. Нормально, рост от насекомых. Хорошо, прям прокачался. Так, этот, смотри, гад. Да их там несколько, смотри, ходит. Ой-ой-ой, врезался я в этого красненького. Эх, ладно, быстренько сейчас возродимся. Рост от насекомых мы увеличили. Действительно, увеличивается наш хорошо чувак. Наш змей. Дух наш. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Где у нас насекомые, ребята? Я не вижу ни одного насекомого. Так, Бабл бегает, ладно, мне не нужен. Так, ты чё летишь так? Вот-вот-вот-вот-вот-вот, пошел. Есть, съел. О! Хорошо. Так, тихо, какой-то активный слишком. О, съели. Есть. Ах, ты врезался, смотри, в это вот дерево. И дерево взорвался, а. Так, а ну-ка, подожди. Я хочу этого посмотреть. Где у меня друг? Так, Леонардо, давай играть вместе с Леонардо. А, вот он, Леонардик. Ты чё, я тебя потерял. А, нет, не Леонардик, а это другой, что был, Альберт. А, на, будем играть с Леонардо. Вот такой вот светящийся змея. Змей, да, светящийся змей. Ага, Бабл, смотри, какой большой. Я его съем, нет? Нет, ладно. Мне нужны паучки. Паучки мне нужны. Так, смотрим. Вот есть один паучок, есть. Ух ты, сколько паучков здесь, ребята. Быстренько сейчас этих паучков я съем. О, нормально. Мы выросли хорошо. Замечательно. Так, поворачиваем аккуратненько. Так, пыш. Так, тут их двое. Ах, врезался в этого быстрого красного. Что ж эти красные такие мелкие все, они такие быстрые, вот бегают прям. Они мешают мне. Ладно, поехали дальше. Играем с Леонардо. Ох ты, а у Леонардо... О, в смысле? Это разве не был мой другом? Это не мой друг? Это не Леонардо был? Да, ладно, результат 12. Угу. А кто у нас тут? Леонардо и Адольфо. Альберто в логове сейчас. Ну, давай с Адольфом поиграем. Вот у нас друг Адольфо. Так, ты чё там бегаешь? Алло. Я ж твой друг, ты чё? Все нормально. Давай последим за ним. Что-то он слишком как-то... Что-то он убежал от меня, Адольф. Адольфик, Адольфик, Адольфик. О! Нормально, съели мы. Тихо. Вот, еще вкусняшек много.
Так, кушаем здесь. А, это что, Адольфик такой маленький еще? Адольфик, давай, ладно, кушай. О, сколько вкусняшек. Так, а это кто? Это мой друг или нет? Это Адольфик? А в смысле? Это же был Адольфик, нет? Разве это не Адольфик был? Странно, странно, я думал, это Адольфик. Ладно, получили мы 3 ключика. Хорошо, давайте откроем, попробуем. Сундучок. Так, золотой сундук. Алмазики. И немножечко мы скины увеличиваем. Хорошо, дорогие друзья. Каменистое плато. Прикинь, куда мы пришли. Угу. А подарок, давайте откроем подарок. Что у нас в подарке? А, в подарке у нас рубины. У нас 500 рубинов. Клево. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем серию. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.